Иду. Я иду. Госпожа Эльда, кого бы вы хотели видеть на ваших похоронах? Господи Боже, детка, что же ты спрашиваешь у пожилой дамы? Я еще не умерла. Нет. Но потом уже не будет смысла спрашивать. Ну, да, ты права. Может, пожирателя грехов? Хотите, чтобы он пришел, госпожа Эльда? Еще бы. Он мне будет очень нужен. У меня грехов полная корзина для него. А как мы его найдем для вас? Его незачем искать. Звон по усопшему слышно хорошо здесь, в горах. Он бы услышал. Но что же ты меня так расспрашиваешь о пожирателе грехов? Мне нужна его помощь. Повернись ко мне, Кади. Он ничем не сможет тебе помочь, детка. Что сделано там, над пропастью, то сделано. Ты должна жить с этим и начать творить хорошие дела прямо сейчас. Тогда черное страшное пятно останется далеко позади. Да и потом не пойдет он к тебе, пока ты жива. Тогда пусть я умру. Этим все и закончится. Будь осторожна со своими пожеланиями, Кади. Бог может поймать тебя на слове. Он забрал мужа со всем его глупым недовольством. А теперь верни свои слова назад. Нет, госпожа, я не могу жить с этим. Я хочу, чтобы пожиратель грехов забрал мои грехи прямо сейчас. Пожалуйста, госпожа Эльда, скажите мне, где он живет, и я поговорю с ним. Детка,